6:30 утра, на улице еще темно, но даже в такой темноте можно разглядеть горы пакетов с бытовыми отходами, образовавшиеся вдоль центральных улиц. Многие пакеты с мусором появляются здесь ранним утром, некоторые же ждут своей утилизации с вечера. И с этой антисанитарной ситуацией постоянно борется управление жилищно-коммунального хозяйства путем разъяснения жителям о правилах утилизации бытовых отходов. Но для этого нарушителей приходится ловить за руку. На газонную часть категорически запрещено складывать мусор. Вы должны свой мусор держать у себя. Машина подходит и выносить в машину. Вы я на пенсии, я буду. Я раньше мы так и выносили. А вот так и должно быть. Стало, вы понимаете? После непродолжительного разговора мужчина занес пакеты во двор. Буквально через 100 метров снова нарушитель. Сотрудница гостевого дома «Каравелла» также выносит мусор на муниципальную землю. На каком основании? На муниципальную территорию? Поставила, да. Зачем вы поставили? Машину, что вы поставили? Какую машину? А что вы должны свою машину не держать? Разговор продолжился уже в гостинице, где на нарушителя был составлен протокол. Но что самое удивительное, в помещении стало ясно, что чистотой руководство не пренебрегает. Даже на стене висит благодарность за образцовое содержание территории. Так что есть надежда, что впредь сотрудники гостиницы будут соблюдать порядок. К порядку приучили и девушку, спешащую на работу, которая по пути оставила пакет с мусором на газоне. И она тут же исправила ситуацию. А эта женщина никак не хотела соглашаться с представителями администрации и пыталась доказать свою правду, но не хватило аргументов. Выносите в машину. Вот так, в специализированную машину. Вот это называется захламление муниципальной территории. Нет. В ходе рейда был составлен не один протокол. Нарушителей по-прежнему много. Кроме бытовых отходов, на обочины дорог складируют и строительный мусор, что крайне недопустимо. Ведь утилизация крупногабаритного мусора производится по другой схеме. Для этого нужно заказывать спецтранспорт, иначе штрафа не избежать. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа регион.